Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Мы покажем, что происходит тогда, когда коммунальные службы не реагируют на просьбы людей о помощи. Город имеет право знать. Аксаковская, 169. Текущий ремонт в третьем подъезде начался еще весной, но потом работы вдруг резко приостановились. И на вопрос, когда ждать окончания, людям ответить никто не может. Вот в мае 2017 года в ходе текущего ремонта в третьем подъезде подрядчик провел ремонт, выполнил свою часть работы, и дальше планировалась установка пластиковой двери. Но все работы вдруг приостановились. То есть на все наши обращения в управляющую компанию, в администрацию железнодорожного района вот приходят отписки, что работы будут произведены, но непонятно когда, непонятно на какие, будут ли на это выделены средства, потому что подрядчики, которые хотят взяться за эту работу, они говорят, что ЖКС не выплачивает деньги, не переводит подрядчикам средства. Если нам к зиме не сделают дверь, то вот здесь живущие на первом этаже будут жить в минусовой температуре, мягко говоря, открывать свои двери. Сразу на улицу можно считать. А здесь вот эти ступенечки, они будут ледяные и скользкие. А у нас в подъезде очень много детей и бабушек. То есть двери нет, зима на носу, первый этаж однозначно, то есть здесь вот все коммуникации находятся. Они, так сказать, в результате того, что зима может быть абсолютно непредсказуемой у нас. В общем, вот в такой ситуации мы попали. Сейчас ЖКС находится в стадии банкротства. То есть средства на нашем доме имеются, ремонт текущий не осуществляется с мая 2017 года. Ситуация вообще, можно что-то в этой ситуации сделать. Если вас оставили один на один со своей проблемой, обращайтесь в нашу программу, и мы поможем вам быть услышанными.